опять, кто это такой. Это узбек. Нет, я добавила, но я ему ничего не обещала. Нет, она, может быть, сказала то, что может одеваться, если кому-то что-то не надо. Но... Ну, типа, там, статика 25 какой-то там. А ХМ-ка стоит? Да-да-да. Да, он поменял. Сейчас будет очень веселый, блядь, босс. Блядь, у кого там столько флуда этого игры? Да у меня, да. Че, сейчас мутанусь. Короче, будет крайне веселый, блядь, босс. Называется «Рандом мой дом», блядь. Да ну нахуй. Блядь, а что, мобы отрезали, что ли, нахуй? Да, сейчас опять придется весь трэш чистить. Ёбаный. Ой, блядь. Да на босса засумоним его, ничего страшного. Так. Где хил? Все здесь, кроме него, поехали. Так, кто танк у нас? Зима? Да. У нас просто других танков тут быть не может. Слушай, Игорь. Какой? Игорь, который зима. А, скажи мне, ты когда горбу призываешь, переставляешь власть на Анхоле? Я с Анхоли начинаю, а потом Гагу призываю. Гагу призвал, переставляю на Блад. Наоборот, ты делаешь, походу. Ты берешь? Нет, я делаю, смотри, я стартую с Блада, переключаюсь в Анхоле, вызываю Гаргу и переключаюсь обратно в Блада, блядь. Нет, ты встаешь в Анхоле, делаешь буст до Гаги, после Гаги ты переключаешься в Блада. Наоборот, ты разгоняешь Гагу под Анхоли. Ну, я и говорю, я типа перед тем, как ее призвать, нажимаю как бы Анхолика, но я все, нихуя себе. Нет, не понял, ты встаешь перед боссом в Анхоле стойки, ну. Прожал все до Гаги, обновил, получается, Горн, обновил рунический, и ты уже... Еще да, как так? Ну, возможно, потому что у нас есть бегемошек. Не-не-не-не, не я. Нет, там кто-то другой, наверное, был. Даже не я спутывал. Вы там выживете, нет? Сейчас я подбегу. Ну, как сказать, если сейчас Т4 отдастся. Все, я подойти. Подойти, подойти, подойти. Стойкий, бля, беги. И бежал, да? Не, давай я просто умру, а не заебайтесь, да. Ой, блин, давайте не будем только на трэше вайпаться. Да это нормальный план, забей. Как не вайпаться на трэше? Это уже... Это же, блядь, тогда не... Это же не рейд, блядь, тогда. На трэш не пойдет. О, еще вон Паш пришел. Сейчас, заебись. Дайте ребаф тогда, что, и поедем. Бля, может мне просто, блядь, сделать блад стой, блядь, по рофлу, блядь. У меня просто Игореха на пула еще не было, 12 секунд было. Нет, все нормально. Там у тебя есть мана, там вот эти вот, там что-нибудь есть такое с маной? Чё? Сейчас аккуратненько, я его задумал. Я спрашиваю, есть ли у него мана? Да, пошли. Я очень смотрю, Ванёк, ты встаёшь в Анхоле? Жмешь, да это я понял, да, это я знаю, там фул прокат, мне просто интересно, есть ли смысл просто на призыв гарки переключать, или можно, типа, просто тогда непонятно, как бы, ты, типа, сначала разгоняешься, потом делаешь. Разгоняешься, потом переключаешься. Еще спулили. А если чем-то это не я ли, блядь, это я делаю? Дуешь гоун, и все, и малым удавляешь все доты. Давайте ебашим. Бля, какая-то хуйня. Умрем. Реально, пулиться, Паша, блядь, я тебе на следующем дам. Может, это, блядь, я реально нахуй цепляю? Я ведь могу, я ведь дебил. В принципе, давай. Лови. Ну,
У нас РЛ-то молодец. Да, там мобов подальше надо отводить. А, это Пет, что ли, пулил на себя? Может, это Пет чей-то. Брендрой. Ну и все. Ну, проблем. Тихо, тихо, тихо. Этот. Не, все нормально. А что он так стоит? Прикольно. На твою жопу смотрит. Так, так вот встал, как будто он сейчас нападет. Какой-то сломанный. Ой, я так ненавижу горожан во всех его смыслах. Так, подождите, а с другой стороны? Мы обходим, стороны? Обходим по сценочку. Да, у нас лицом пол в рейде. Только не на лицом, в пол. Блин, Сань, тебе надо было написать ник не пушистый лог, а лицом вверх. Том лицом в бок. Лицом назад. Нет, сначала влево, потом лицом вправо. Лево, право. Назад. Назад, блядь. Кось. Лицом посередине, реально, блядь. Там можно много чего придумать, нахуй. Так, короче, уважаемые, пожалуйста, раскиньте. Вот, короче, вот череп отдает стан огнестойки, все остальное как бы поебамте, поехали. Игорь там что охуел, скажешь, нихуя себе, блядь, охуели. Сука, пули, блядь, не танки. А, вообще поебать, честно. Главное закрыть, ну, это... Да, Игорь, а всё, забить. А чё, блядь? Я выкинь тут. Кидайте, пожалуйста, на пулу и сальву, если он сам. Ну, Игорюшка, сам по себе сальву давай, пока дает. А я тут просто осознал, что тут, ну, у Калионыча не видно. Давайте, как бы, это... Инициативу-то проявляйте, это у меня же, блядь, очко не железное, блядь, с такими кастами. Да не, ну это трясущий свет рейдж, да не трогайте вы его, не бейте. Доведем его до верха, там уже. Я вон и... Да, бля. Да иди ты сюда. Через хуй плет. На чародейской тени. Ты говоришь, эй, гриб, не в КД, притяни его сюда. А, все, забись. Все равно за ДК можно вон вот так вот играть, блядь. А, только, сука, доза успевать обновлять. Эй, снова начал бегать, блядь. Ну, нахуй, заебись. Какие ханты РДД, блядь? Вот вам РДД, нахуй. Тоже, блядь, не лутает дебафы на синдре. Ну, это где-то был прикол, на форуме спрашивали у Близов, вы не хотите патника РДД создать? Чтобы от магии хуярил, типа. А ему говорят, у нас уже есть, блядь, Unholy ДК. Нахуй нам еще один. Ну, как бы, да, так-то, с одной стороны. Просто вот, ну, объективно Сирусу лучше реализовали вот эту хуйню, типа, вот, что вот это такое, блядь? Чё, вот, что это такое, блядь? Никто не может сказать? Всё нормально, да? Как бы. Типа, всё заебись, блядь.
отлично. Да идите его сюда. Просто, блядь. Отдать ему сало и довести. Потому что, может быть, все равно есть еще сверху. Ну ты, блядь, бесстрашный. Они же не кританут, я умру. Когда у нас там он огнестойки дают какой-то ненормальный дамаг. Я где-то там на подсосе в 15 тысяч. Зато я могу изображать из себя РДД, блядь. Я в ЦЛК на трэше 100 тысяч выдавал. Вообще охуел. Рядом с РДДшниками. Короче, тактика, блядь, галактика. Я не знаю, как на Каливоныче видно спылы, которые защищены и которые не защищены. Поэтому, если что... Кто-нибудь, блядь, не скажите, если будет защищенный каст, а я как бы в душе не ебу. А, в общем, тактика галактика. Давайте фулл ребаф, ставьте сразу рыбу. А, у нас ее нет, да, блядь, что Сереги-то нет. А, в смысле, есть, меня... ладно. У меня же все доступ. Есть. Короче, этот хуеплет имеет три вида каста. Ледяной, огненный и аркан. Сань, держи на нем красноязв. Красноязв, блядь, ну, сам знаешь, что я тебе рассказываю. Сбивается здесь лед. Соответственно, сбивать у нас могу я, Вечная Зима, Морхан, Тяночка Лича, Войт Вейв, блядь, Вар. У нас вообще настолько много сбития каста, что я в ахуе. Не-не-не, я на БМе не могу сбивать каст. Как-то. Вот так-то, у меня только стан, у меня нету никаких этих... ММ сбивает и сурф. А, да, блядь, там же глушь. Все, забейте, ладно. Короче, ладно, в принципе, у нас есть вон Тяночка Лича, у нее 6 секунд, блядь, на эту хуйню, она точно, блядь, все собьет каждый раз, когда... Подождите, неправильно ты, Анфрой, говоришь. Короче, каждый третий каст у него получается закрытым, его нельзя сбить. Но в чем смысл? Если он дал 2 льда и следующий дал огонь, он сбрасывает этот счетчик. Вот. Поэтому теоретически он может сделать так, что вообще никого не заморочить, но эти косты надо сбивать. То есть, когда летит защищенный ледяной каст, этот человек, которого я скажу, если буду видеть, блядь, ну я не знаю, должен подбежать в крест, чтобы люди, в которого будет каститься огненный каст, не искали вас, блядь, по всей комнате, а точно знали, что вы стоите рядом с крестом. Просто раскидайте каски. Тут надо много хп. Прям вообще пиздец. Я просто привык, что два по одинам. Можно теперь для тупых, получается, если чувак замерз. Его надо... И чувак подбегает с огненным этим, его размораживает, правильно? Ну, не совсем. По идее, нажимаете Escape, интерфейс, игра, бой, цель выбранной цели, всегда. А у меня так стоит, нет, у меня где-то... Вот это... Последний раз мы ходили, и ты говорил там это... Ну да, я говорю в основном всегда, но по идее вы должны просто видеть. А это, как это, каст сбивать? А то я сейчас... В смысле, как каст сбивать? У тебя там есть ветер пронзающий. Би? Ты им вообще, по идее, должна так-то агрусить сбивать, если что. У меня только лягушка стоит. Сейчас найду, где он заклинание. В огнестойкий вначале ты всегда с аурой огня. Да, я это уже поставил. Ну, после ты, когда я скажу, переключаешься в лед. А я, блядь, у меня тут на дыкании, я не вижу, что у вас есть. Что у тебя есть? У тебя есть, да. Переключаешься в лед, отдаешь мастерау. И кидаешь, соответственно, на Void Wave боб. То есть у тебя две задачи в лед будет. Отдать боб и отдать мастер аур. А ваша задача, когда пойдет каст льда, я скажу, бегите. Надо бегать по кругу. По кругу, блядь, бегать. Ни в коем случае не останавливаться. Если вы остановитесь, вы будете лутать стаки. Но лутаете дохуя стаков, умрете. Даже если не налутаете дохуя стаков, тоже умрете. Вообще все бегают. Только мы и милишники бегаем вокруг Арана. Потому что Аран, он пидор. Он все равно продолжит, блядь, кастить лед, огонь и всю остальную хуйню. Надо будет сбивать всю эту с тобой хуйню.
Так, когда я даю в хила боб? Когда пойдет каст «Вечная зима», то есть у него. Понятно. Потом тут есть точно такой же каст, соответственно, «Венец огня», и все должны стоять на одном месте, не двигаться. То есть тут ничего не меняется. И есть, соответственно, фамильяры. То есть такие два жестких вайпа для нас – это лед и фамильяры. Под первые их фамильяров отдается Гера, и начинаем заливать их справа. То есть их появляется три. Справа, посередине и слева. Забываешь, что тут на правую кнопку мыши бег. Начинаем все с правого. Потом посередине и потом левого. Если вы начнете бить двух разных, они настакуются и просто начнут шотать куям собачьим, и делают они очень быстро это. То есть заливать их надо очень быстро, очень, блядь, метко. Хилам очень дохуя хилить. А, уважаемый РДД, сейчас покажу небольшой фокус, блядь. Целите. Целите, как умею. Хуяк. И можно встать. То есть вы должны распределиться вот здесь вот. Встать вот с этой стороны комнаты, чтобы вам было ближе бежать в крест. То есть так как вас, в принципе, не так много, то вы можете тут встать, и вам будет нормально. Ну, просто слушайте, что я говорю. Я по росту не прохожу тут. Да нормально там все проходит, вы что, блядь? Смотри, я тебе говорю. Моделька. А, все, да. Значит, я и блон. Вот, блядь, жирный. Просто слушайте, что я говорю. Когда защищенный ледяной, сами смотрите, пиздуйте в крест. Хилов не лосайте. Рядом друг с другом тоже особо не стоите, потому что огненный каст, он дамажит в УЕ. И, соответственно, блядь, и дамажит, кстати, неплохо. Помолитесь, чтобы он не дал три зимы подряд, и, в принципе, мы убьем его с первого трая. Ага. Еще вопрос. Я просто на Элеме ни разу не была здесь. Вот смотри, вот этот пронизывающий ветер, это в босс надо давать, да? Это сбитие коста, Наташ. Но ты его должна постоянно кидать, чтобы сбивать агру себе. Но смотри. Блин, сколько у нас сбитий костов? Я, Вечная Зима, вот Вейв. Ну, так у нас всего два сбития получится в этом случае. Мы нахуй в жизни ему все льды не закроем. В 2ДК проверенная уже хуйня. Поэтому я и спрашиваю. Да. Ладно, давайте тогда мой первый. Игорь, соответственно, Зима второй. Блять, а где у Калеоновича сбития нашел? Охуеть, блять, он у него на эту был. Не, ну просто... А, ты же Фурик, блять, у тебя же зуботычина есть. Тогда Фройд третий, соответственно. Ну и все, тогда все заебись. Просто слушайте, что я говорю, здесь, блять, все закроется. Так, РТДшники разбежались. Игорь, давай, заходи. Игорь, пошли. Тут без пула. В Морхена полетел. Видите, летит инфернальная стрела, соответственно. А, блядь. А вот я этого не увидел. Сбейте обморожение. Бегемошекс. Так, видите, в него летит огненный. Да, он должен был побежать, меня как бы разморозить. Этот сбить можно? Сбейте. Этот бегемошек, встань в крест. Крест беги, у тебя, видишь, замороженный там. Морхан, подбеги в крест, разморозь бегемошекса. Беги, 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 встань. Все, Игорь, разморозь меня. Спасибо. Все, вот вся тактика, блядь, на него. Так. Оморожение, так, сбиваю. А, понял, два сбития минус, да? Призыв фамильяров. Соответственно, начинаем справа. Где стоит шаман, видите? Сейчас там появится хуеплет. Геру отдали. Геру. Все, поехали, хуярим их нахуй. Не, ну с таким уроном огнестойкого тут можно, блядь, в соло закрывать. Все, мы с тобой, соответственно, бежим дальше на него. На третий, на который посередине. Блять, Сань, всегда убиваем его с Герой, нахуй, первый, потом на бурсты. Чё ты вот начинаешь новые тактики придумывать? Кстати, на них Красноярск тоже работает.
Ну и похуй, что ретрики переапаны. Ну мне, блядь, какая разница? Но потом понерфят ретриков, как они будут закрывать без, блядь, без переапанного ретрика. Так, я следующий собью. А, я в крест бегу. Не собью уже. Вот вейв, подбеги в крест. Видишь, я стою. Вот вейв. Спасибо. Я следующий собью, мулет. Да, отъебись от меня. Огнестойки в крест беги. В крест беги. Прист. Женя, видишь, где он стоит? Так, понятно. Да все, уже поздно. Указ тебе дал. Да тихон, дальше встань обратно. Вы сорите в кого? Ой, блядь. Бегайте по кругу. Надо, блядь, сейвы жать. У нас нету паладина. Я бабу прошу. Да, има отдал. Нет, сори. Блядь, я ж бегал нахуй, почему я умер, блядь. Попробуйте добить, как бы вы еще убиваете его. Оборожение сбей кто-нибудь. Да, блядь, вдвоем. Анфрой, разморозь в крест, не видишь, что ли? Понятно, поздно. Сбейте. Дед Тихон, видишь, крест стоит... Да вы далеко расходитесь. Игорь, крест. Разбить Саню. Бля, сбейте. Стоите на месте. На месте стойте. Соответственно, стойте. Следующий все равно стойте. Сбейте. Анфрой. Угу. Все, теперь можете разморозить Игоря, но это не так важно. Дед Тихон, крест, побежал. Огнестойкие, разморозь. Двоих-то зима, можешь зима. Попробовать встать. Не надо тут на зиму, похуй. Зима, это я, ёпта. Косты сбил. Игорь, я понимаю, что это ты. Анфрой, разморозь крест. Угу. Ебись. Сейчас будет каст бесконечная. Бегайте по кругу. Блять, живите как хочешь. Огнестойкий, ты можешь его бегать и дамажить. Сбейте. Обморожение сбейте ему. Огнестойкий... Блять, живи нахуй. Минус 50 дай. Умер, да? Добивайте его как-нибудь. Есть там чем добивать, можете успеете. А он защищен на инфрое и около двери. Угу. Вот здесь в любом случае всегда приоритет хилов резать, потому что, точнее, размораживать, потому что, блядь, он дамажит как ёбнутый. Блядь, успеете залить? Давайте, 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 300 тонн, блядь. Ну вот как вы, блядь, рандом мой дом, в этом весь оран. Лучше. Вань, ты это, в следующий раз, ну, не в следующий раз, то будет, в следующий раз ставьте только квадрат, какую-нибудь другую метку, красная, нихуя не видно, поэтому все мимо бегают. Я знаешь, как обычно мне тут уру говорит делать, блядь, туда все метки, какие можно поставить, ставлю, блядь. Знаешь, такой это, столб красная, света, блядь. Не видно нихуя. Они мимо прям пробегают. Но нам на самом деле ебать как не повезло, что у нас получается вот в единственного паладина прилетел, соответственно, ледяной каст, и он тут же дал зиму. Ну, блядь, ну это просто рофл. То есть по-хорошему он там дает СМА и как бы кидается боб на хила по типу шамана, потому что он не может бегать и стоять. Он когда начал вечную зиму кастовать, я нажал бабл, вышел, но я затупил, я пытался дать боб, и я поздно понял, что боб из-за бабла не дается, короче. Короче, я приебался, ауру забыл поменять на лед, сдал ИМА, блядь, на фаер, короче, я, блядь.
Не, как бы это не надо, нет, он умер, я же тебе, Сань, писал, что тут... Я подозревал, кто-то у нас десятки проклятый просто. Но я тоже сказал, тоже на каст, ты когда говорил, я тоже пытался сдавать. Ну все, отлично. Ну тут, в принципе, блядь, ну а рано он рандомный. Он реально рандомный, он даст вам три зимы, вы не переживете эти три зимы, блядь. А он может дать въебать три венца подряд просто, вот, блядь, вот... Просто три венца. И вы стоите, ухуярите просто, как не в себя. Ну ладно, подлет его там еще добить можно, там, если условные 100 тысяч хп остались, да, там и лишники допинают. А вот, блядь, в фамилиарах он вообще просто пропадает с карты, соответственно. То есть, вы, если вас остается мало, и он вам последним кастом ни лед, ни огонь дает, хуярит, блядь. Ну, тогда вот в этом-то, типа, и прикол есть, блядь, что он... Просто, блядь, Аран хуй плет. Он реально бесит. Короче, пока группут стоит, потом я тебя ответственным сделаю, новости. Тут все равно, типа, кроме печеньки, я думаю, нихуя важного не падает. Ну, так-то, блин, а у кого-нибудь у нас есть это урна? У Паши есть урна. Должна быть. А, ну все, заебись. Тогда. Но с нашим количеством миликов. У нас просто получается раз, два, три, четыре милика, блядь. Это много. Прям реально до хрена. Из-за этого у нас еще могут быть небольшие проблемы с этим. С Молчезаром. Сань, как думаешь, мы там на Мальче в 4, 4 милишника, блядь, поместимся? Блядь, бегать заебемся, блядь, туда-сюда. Прям, блядь, реально заебемся. Это придется отбегать почти под один каз, блядь. Под каждый. Ну, я, типа, отбегаю, огнестойкий пускай стоит, дамажит. Игорь, вот этого тоже надо. Иначе, блядь, его по-любому кто-нибудь согрит. Да, но у нас, получается, типа, танк-то убежит. Один. А, ну, да, там, получается, тогда в этом случае два милика и танк. Но я побегаю назад на всякий пожарный, блядь, чтобы не зауешить нахуй. Вот, кстати, кто шарит, можете объяснить, вот он, я вот не понимаю, блядь, у Молча. Первый раз, когда он призывает там в мир свой, блядь, это понятно, там второй или третий раз, когда он в каком-то огненном, блядь, нас перемещает, там что надо делать? Просто забиться в угол, отдать танку Т4 и быстро его перевести, потому что он будет вас ауешить, как скотина последняя. То есть вам надо его просто, да, сейчас я тактику все равно буду... объяснять. Соответственно, вам надо просто его быстро перевести. Прожить, перевести, забиться. То есть там механика такая, что тебя откидывает туда, куда у тебя спина. То есть если ты вот упрешься вот так вот, да, он выкинет тебя нахуй. Поэтому тебе надо спиной упереться прям в стенку и все. Так, короче. Дракон. Дракон вообще пиздец как отличается от своего нынешнего состояния. От табычки Игорь, огнестойкий, как ты помнишь, вот здесь появляется ебучий портал, ты его забираешь и ваншотаешь ему ебло, блядь, судя по всему. Красный забираю, да? Нет, ты забираешь синий. Я забираю зеленый. Синий будет вон там. Главное в отражении себя нахуй не шотни реально, блядь, потому что там 30 секунд будет отражение 50% урона. Если у тебя что-нибудь 80 или там больше твоего лица, короче, дамажит, если ты там уебешь ему 64 тысячи, он тебя шотнет. Поэтому ты его не бей первые 30 секунд. Портал забрал, стоишь, ждешь, когда отражение спадет, я скажу. Я, соответственно, забираю зеленый. Игорь, ты ж тут? А, Игорь набил. Ладно, пока расскажу, что делать ДДшнику. ДДшники, видите вот эти квадраты ебаные?
жратва есть, так он же, блядь, рыба стоит. Вот квадраты видите? Конечно. Вы все, каждый из вас сейчас будет стоять посередине своего ебаного квадрата. Запоминайте. Ой, блядь, не то нажал. Запоминайте, короче, где кто стоит. Он будет кастить вас луч. Этот луч, соответственно, нельзя ни скрещивать, ни перебегать через него, вообще нихуя. То есть, сейчас. Ночные эльфы есть среди вас? Тишина нету. Ну, хуёво. Магов тоже нет, блядь, тоже хуёво. Есть один Игорь, который может одному человеку сбить этот луч ебаным бобом, и себя может сбрить, соответственно, баблом. А я не могу мертвым притвориться, ничего не работает? Нет, ничего не работает. Короче, в чем смысл? Будет вас хуярить луч вот. Вот нельзя вообще скрещивать лучи. Если вы скрещиваете между собой луч, два луча, то есть, смотрите, вот он уебет, да, вот, типа вот, блять, в деда Тихона, типа, в меня и в бегемошек, соответственно, да, вот он три луча пустил. Вы пробегаете вперед. Я, так как в середине, я бегу дальше просто тупо вперед. Чтобы вы не скрещивали между собой лучи. Бегемошек, соответственно, старается съебываться влево. Ты, соответственно, стараешься съебывать чуть прямо и направо, блядь, в сторону той хуйни. Но это тип того, блядь. А по факту, что вам надо делать, блядь? Он въебашит вас луч, вы обоссываетесь, под вами появляется лужа, блядь. Вы, нахуй, переходите в следующий квадрат. Снова обоссались, блядь, перебежали, обоссались, перебежали. В чем смысл? Когда вы стоите в этой ебаной луже, на вас кидается сало, и она дамажит по 9 тысяч. Как бы она вас не шотнет. Но если очень долго тупить, неплохо так надамажит. Соответственно, хилы, смотрите, чтобы вы немножко хилили таргеты. То есть один хил хилит танка, второй хил, блядь, стоит, хилит вот этих вот бегающих. Соответственно, дед Тихон. Твоя задача держаться с Игорем, а вот, соответственно, в Wave надо будет, наверное, их все-таки больше хилить. Почему? Потому что у тебя есть зубы. И, как показывает практика, ДК не всегда успевает отдать все свои дефы, и зубы рано или поздно ему будут нужны под каст третий, четвертый дыхание, чтобы его к хуям не шотнуло. Mm-hmm. То есть, ну, это там у Игоря спросишь, как и что ему. Игорь, ты тут? Да, я здесь. Ты же ловил этот ебаный портал тут? Да, конечно. Ага. Ну, короче, скажешь, когда там тебе зубы надо будет, еще что-нибудь. Народ, мне сейчас надо подойти. Прям 2 секунды. Если кто-то вдруг что-то не понял, спросите еще раз. У нас, он, в крайнем случае, в чате есть Саня. Он вам популярно объяснит, если я что-то сказал неправильно. Прям 2 минуты. По приоритету в кого я бы подаю, короче? В Водвейва? И в переста получается. Саня, к тебе вопрос, пока Ваня отошел. Ну, кажется, сосались все по лучам. По квадратикам. Че? Мне нужен ромбик. И тебе ёмошек в квадрат. Я вообще сам в конец хочу встать. В самом конце стол, блядь, у меня, так что стой там. Тогда квадрат мой. Ёмошек, иди вон в ладу. Она круглая, как ёмошек. Вы сейчас довыёбаете, сами в стол станете, я пойду в луну. Даже около бегемошка вертится у меня. Я встаю, он ему чуть не нравится. Он балуется с тобой, что там? Вот тогда в квадрат. Он волнует. Этот... Игорюх, можешь, пожалуйста, микрофон по кнопке сделать? А то у тебя дети вечно разговаривают. Понял, понял. Ну что, я просто не знала, как Эльмина ранее быть. Я же ни разу даже не ходила никуда. Или не в Кару Гернии. Ну, на шипы же ходила. Ну, теперь сходил. На рано.
Не, ну на ШП не ходила тоже в Карухе? Не, на ШП я ходила, я на фулу открывала. Примерно то же самое же. Так, ладно, мой квадрат. Ты на Луну. Эгимор. Луна как раз похожа на тебя, такой же круглый. Блин, а там это... О, а там, кстати, какой квест? На Синдру. Или ты про чём? Но в Каригир. На Мальтизара. Блин, может взять? Бля, можно было взять? Что там, 30 ЖВЗ, да? Я пойду возьму. О, кстати, в натуре. Побежали, все, у нас же лог есть. Да, у нас лог есть. Давай включай свой портал. А тут же портал есть. А, тут же, да. Тут портал он прям. Порталом. Я что-то забыл тоже за него. Там Игорёшки, мне кажется, мы не успеем. Мы пока стоим. За квестом на Мальчизара. Там 30 этих же ЖВ-шек дают. Бесплатных. Халявные 30 ЖВ. 30 доблести и 3 монеты. Ну тебе надо квест на Мальчизара? Какое 30 доблести? Возле портала, возле входа. Мозг Мальчизара, 600 доблести, 3 монеты и 30 ЖВЗ. Да-да-да. Ну так сбегай пока, возьми. В чем проблема? Портал вот здесь. Где взять? Возле входа. Входа. Кару. А, там два тела стоит, да? Да, да, там у одного желтенький квест есть. У всех ежедневный, а у бабы, по-моему, желтенький нижний квест. Как раз что, 30 ЖВЗ не лишний. Мне как раз 30-кой надо, чтобы печеньку купить. Как квест называется? Мальчизар. Возвращение Мальчизара. Да. А, возвращение, все, нашел. Все, спасибо. Ну что, не лишний, тем более, блин. Еще 600 УД. Я думаю, надо сходить. До конца, блядь, КД можно печеньку добить. На. Главное, Мальчизара убить. Да-да-да. Все слушают, прикинь. Ну, надо, как всегда, неугомонная только. Может быть, у Паши это, что-то сломался, Дискорд. Мы-то пиздим бесконечно. Он чуть-чуть по-другому делает. Он мутает людей, которые ну, не дают инфу. Я он оставляет только тех, кто дает инфу. Иван, может быть, часто делал. А что, я не даю инфу? Ты даешь флут. Флут святое. Не, ну Паша слышит, он Наташу просит ротацию за шаман. Она его мухобой поебашит. Хлопушкой по жопе. Хуярит мухобой. Я сама не знаю, как ротация. В смысле, как добиться такого успеха в плане? Вот мне... Чё ты пристал к моему шаману? Здравствуйте. Здрасте, давно я приехал. А мы квест на Чезаре пока сходили, взяли. Красавцы. Взять-то взяли. Помолите, пожалуйста, а то я что-то бегу, а все уже там, блин. Так ты по портал беги, да и все. Так я, там вот, порт. Не было там его. Не, да, он не, этот не работает. Мы ж не портал убили. Атарана, это работает. Ну, вот я Атарана и бегу. Войд. Тебе надо стоять вот тут. В ромбике. В ромбике тебе надо стоять. Вань, Боб, в кого приоритет? Или ты заносишь сам? Я тебе скажу, в кого.
Окей. А, и, блядь, когда появятся лучи, все, кто не в лучах, отходят вот сюда, к стенке, вот к этой, и бегут тут, блядь, его пиздить. Давайте еще раз вообще. Блин, накиньте мне каску на этого моего дурака. Спасибо. Паша. Давай, пуляй. Сейчас стоим. Просто стоим, нахуй. Ты бомжу это не сказал. Так и бомжу похуй ему, может. Видите, он гасит врата пустоты. Стой на месте, блин. Огнестойкий бабл. Войд вейфа отдай, соответственно. Паша, ты не хочешь убежать, чтобы лужу нам тут, блядь, не лить? Мне как бить-то? Вперед просто пробеги. Вперед через него пробеги. Нихуя непонятно, блядь. А еще не зиму кто-нибудь захилит. Я нас так помрет. Я на него вообще. Из клетки, блядь. Такая, чё, иди. Так ближе подойди, бей. Так ты иди, бей босса. Ты забей, бей босса. Если чё, надо этот самый простой босс, в принципе, падайте. Да непонятно, просто нихуя. Падайте. Прям вот, блядь, ебошьте в него, прям сразу ебашьте. Портал не берите, падайте. Вообще портал захуярит. Сань, тут 80% рейда первый раз. Я вообще нихуя не понимаю, что происходит. Почему 80? Не 80, процентов 30, наверное, только. Типа вот это вот вообще самый простой босс из всех существующих. Ну, ты скомандовал в клетках стоять. Тут, типа клеток больше, чем надо. Ой, меньше, чем надо. Ну, как сказать, меньше. Ну, бля, я стою аж за столом, блядь, в самом краю. Я его никак не достаю. Не, мы стоим до того времени, пока на нас не появятся лучи. Появились лучи, да. Вы можете... Да, я же сказал, как груза. Лучи появились, на я кого нет. Я не понял, да. Я понял. Все, теперь понятно. Я просто как-то не так понял. Короче, ластаком. Сань, да я же им объяснил. Типа, луч бьет, луч разлил, перебежал. Я не знаю, Паш, как ты делал тут по-другому, а всю жизнь так делается. Я вообще никакой другой тактики на эту хуйню не знаю, блядь, потому что тут по-другому бить невозможно. Ты чё, что ты далеко стоял? Тебе ничего не мешает просто побежать вперед, как только тебя лучи уже начинают бить. Типа у вас луч появляется, бегите вперед просто и все. Там место, блядь, в вагон. Как бы. Ну, вы, кстати, половину. Вы, кстати, всего босса уже обстрелили. Видели, когда он встал в центр, вам надо перебежать на ту сторону, залутать порталы и. Постоять, потом побить босса, потом стоять, опять встать в свои клетки. И, в принципе, на этом все. Весь босс. Мне все равно кажется, что простой босс это... Ну, по мне, так это Аран. Наташ. Когда тебе Аран выстрелит три зимы подряд, или три фамильяра подряд, а у тебя не будет ДПС огнестойкого, тогда я на тебя посмотрю, насколько это для тебя будет легкий босс.
Только да, если в этом случае, а так в принципе. Понимаешь, когда на нем не хватает. Вот он дал всего три. Сколько? Четыре коста дал? Да? Он дал два Нет. Да, две зимы, фамильяры и огонь. Это четыре коста. У нас он обычно дает штук 6-7. Чтобы вот понять, насколько огнестойкий у нас сейчас сломанный. Давайте, это быстро убивается. Все, пулей. Пошли, врата. На Void Wave и кинь, Боб. Все, Void Wave, убеги, а тут у тебя теперь нет луча. Может, тебя хилить. Ну, видите, где Саня бегает? Вот, посмотрите сейчас на Санька, кому надо. На пушистого Лока. Как умер Прицет? Тебе ж Боб дали. Ты как умер-то? Нет, я Боб дал в Void Wave. А, да, ладно, с иглы. А как умер Прицет? Плюнули в меня что-то. Дыхание меня пустоты, он умер. Так а зачем бегать перед боссом-то? Все на ту сторону перебежали, может, все даже через эту лужу ебаную. Огнестойкий забери там этот. Угу. Сейчас не бейте его. Не бейте. Так, да, а где синий, я тебя в чате нахуй замучу у себя. Ты, блядь, что такой токсичный? Заберите красный. Знаешь, сделать, блядь. Сейчас красный заберу. Тут не все так просто у танка. Начинаю. У танка не все тут так просто. Танку еще надо поймать. Ну, блин, Игорь. Я же сказал, я не словил. Бей его, пока я не сказал. Сори. Я словил. А, ты не тому. Блядь, Саня, реально, ты чего на людей так сичишь? Я же тебе говорю, тут половину рейда в первый раз, и тебе сразу об этом сказал. Не будь таким токсичным. Саня, не все знают до конца механики босса. После этого дыхания, блядь, вставайте под этот. В свои точки. Где были? Надо было, кстати, огнестойкому отдать БР, но не надо. Сейчас, врата. Видишь, я отбежал. И все. И никому не мешаю. Сейчас, соответственно, право, центр, лево. Можно вообще просто бегать постоянно, нахуй. Только главное не забывать к танку вернуться, точнее хилам. Падайте. Просто вся хуйня. Там чтоб хилы бегали. Без хила одного нету, без понтова. Всего лишь будет три таких фазы. Может быть даже две. Не, скорее всего три будет. Я не видел на нем отражения, я поэтому начал бить, блядь. Ну я же сказал, я скажу. А еще я синий портал проебал, потому что красный никто не забирал, я взял красный. Так это просто баг Сируса. Все порталы здесь всегда на своем месте. Просто они по цвету отличаются. То есть, ну, блядь, спроси у админа Сируса, почему они не могут нормально реализовать, блядь, цвет порталов собственных. Но всегда порталы, тот синий, этот зеленый, который рядом далеко самый, и который, где танк стоит, красный. Они всегда одного, как бы, эффекта, просто по цвету отличаются. Чё, Вань-то? Ещё раз? А
А что тебе было ненормально? Я уже все рассказал. Ну. Так я то же самое все и рассказал, что ты сейчас написал. Ну, обычно перед драконами перед лицом вообще никогда не стоят. Это же драконы. Ну, вот вам лицом в пол там еще раз написал все то, что я, в принципе, говорил. Сань, понятное дело, что если залетят вот 10, вот залетит десятка, как бы, которая здесь была хотя бы раз, и убьет его с первого трая, блядь, потому что это самый простой босс здесь. Но когда у тебя люди тут вообще не были, в душе не ебут механику босса, и первый раз его видят, что ты до них доебался по-русски-то говоря. Я уж все объяснил. И про лужу, и про хилы. Понятно. Ладно. Да я просто, блядь, видимо, уже заебался нахуй рылить за эти последние полгода. Какую? Кому? Нахуя? А, ладно, давай. Это, короче, на каком метке, вот на таком расстоянии добегаете, начинаете бегать. Давайте. Поехали. Лучи через 8 секунд. Огнестойкий, отдаешь себя бабл, тяночки лича, отдаешь, соответственно, боб. Боб я не могу отдать, если бабу прожал. Ну, как это? Ты же не на себя его юзаешь. Вот там это... общая КД воздержанность. Чужого можешь. Нет, там вешается на меня дебаф воздержанности, я не так могу. Вот это дебаф на человека. Ты вот попробуй. То есть ты должен был сначала Насе дать, потом себе? Типа это нет, это вообще не так работает, это дебаф на человека. То есть ты в разных чулов можешь отдавать разные вещи, то есть боб, возложение рук и бабл. А ну, бабл только не побежал метки хилить? А вопрос... Да потому что обычно, блядь, как-то это не надо делать. Потому что обычно метки не умирают, блядь. Все на ту сторону. Соответственно, там, Игорь, всегда появляется нужный портал. Вот сейчас не бейте еще никто. Бегемошикс. Да это не я, это мой тренер. Стоим, еще 5 секунд. Какой портал-то не забранный? Красный, 7. Что ли? Ну, красный, а? Который... А, все, Игорь не успел. Игорь, там под зеленкой можно не ловить дебаф, чтобы он не откидывал. Я прожал зеленку, блядь, он мне один хуй откидывает. Я встал просто под книжки, где посоветовали, там что-то не работает, хуя у меня. Когда стоял под столом, все нормально было. Ладно, давайте еще раз. Сейчас еще раз все расскажу.
Только я ведь красную какую-нибудь есть, что-нибудь. Вау, вы прикиньте, он перестал намертво виснуть, если ты заходишь, если кто-то живой. Тебе просто сразу телепорт дают. Долоран, да кто там живой, блядь? Алло, алло. Слышно? Да, слышно. Отлично. Какая-то жесть творится вообще, нет? Да нет, все нормально. Да вообще отлично. Блядь, Сань, я просто рот ебал наносить хилам, что они должны идти вперед хилить, понимаешь? У нас кто хил еще? У нас ДЦ Прист и РШАП. Прист, ДЦ, ты тут? Да. Вот если выбирает шамана хила, лучик, то шаман бегает хилить. По умолчанию ты бегаешь, хилишь. То есть если вас никого не взяло в лучик, ты бегаешь с меточками и хилишь их, ага? Я понял это, я побежал метки хилить, а они померли просто в луже. Но он же бегал, он же до середины как-то добежал. Сейчас я открою смерть, и он будет не хилен, и секунд 10 там. То есть как только метки появились, ты должен уже бежать за ними. Да, только мне интересно, как в этом случае у тебя выживет Игорь без зубов. На нем висит косноязычие на боссе, он кастует 800 миллионов лет. У него каст, да, я не знаю, ты не заметил то, что он... Ну, немножко были вопросы, типа... Вот, хант нехиленный 9 секунд и 9. 9 и 9. Это 10 секунд. Тяночка, ты себя можешь хилить. Ты останавливаешься, похилилась, побежала. Останавливаешься, похилилась, побежала. У тебя нету хилки на панели, что ли? Да есть. Ну, а что не хилишься? А зачем я хилый? Вечная зима. Ну, как зачем? Чтобы не умереть. Допустим, в БСХМ там все хилят. Вообще все. Даже Вара хилит за своей кричалкой. Вечная зима. Ты, когда босс на фазу уходит, ты бежишь к морде его. Понял зачем? Чтобы тебя откинуло в портал. Чтобы меня откинуло сразу туда. Да? Да. Ну, в спине. Ну, не в спине, в портал. Да, да. Нашив, вот сюда, у кого-нибудь да. Есть. Ты можешь улететь, я тебя суману. Наверное. Кто есть? Кто есть? Есть. А, есть, конечно. Но у меня тогда вопрос такой, смотри, получается, он меня откидывает первым дыханием, правильно? Да. На второе дыхание я встаю под стол или под книжки? Да, вот. Куда хочешь. Там без разницы, получается, я потом ловлю портал. Смотри, у него дыхание просто конусно, она проходит, где звезда, конец дыхания. Вот чуваки, которые забежали вот сюда, вообще не должны бегать сюда никогда. У нас фаза для оранжей, она доходит до звезды вся, то есть до звезды. Вот, все, дальше мы не ходим, нам там делать вообще ничего. Он, когда в темную фазу уходит, он дышит здесь. Вот ты встанешь сюда чуть ближе, он тебя сбреет просто дыханием, и все. Там не прохилили опять будет. Надо просто встать метки, постоять. Ну, даст лучики, чувачки сразу убегают вперед. Вот так, допустим, на 4 квадратика. Не надо по квадратикам стоять, просто огонь разливайте. Огонь разливается каждые 5 секунд. Разлился огонь, побежал. Разлился огонь, побежал. Хант отпрыжка, я не знаю, там, если сильно прям тебе там больно, это на крайняк уже. ДЦ по умолчанию. Зима, ты в ком? В Бладе? ГДК. Понял, бесполезно. Ладно, да, ну, да. У тебя зеленка есть там, как бы. А с баунд ты сам смотри, когда отдавать. То есть, если там жопу совсем уже... Там... У нас есть паладин огнестойкий. У тебя боб, дебаф, он кидается на человека. То есть, ты кидаешь боб в одного, да. А можешь сам крылья нажать, бабл нажать, что хочешь. То есть, ты можешь нажать и бабл, и боб чужого чувачка дать. Я знаю, но я если сначала даю бабу, я потом не могу баб дать. Ты баб на человека. То есть это другой человек. У него нет дебафа. Ты кидаешь боб. Бля, я потом вам запись просто пришлю. И все. Ну, давай. Давай. Я вот 10 лет мейну паладина. Я тебе говорю, ты можешь под этими дебафами кидать в другого человека в изложении рук и боб. Ты как боб кидаешь? У тебя... Фреймы есть или что-то ты... Через воду. Фу. Понял.
Если что, открывай фрейм и нажимай левую кнопку в чувака и нажимай боб. Вот так вот. Можно еще проще. Можно написать макрос по маусоверу и просто кидать. Сложный. Так, все, блядь. Просто вот. И порталы очень долго, 3-4 тика. Я понимаю, что второй раз мы умерли, потому что там это... Ну, все равно. И ауру тут на каст поставь, пожалуйста. Вам сейчас все рассказал ГМ РЛ Гильдии, которая закрывала ФК Синдры, блядь, на X2. Давай, поехали, Вань. Ну а что, блядь, ты тут вещаешь? Все то же самое, что было вечно уже. Поехали. Вы сейчас можете выйти вперед немножко и подамажить уже. Хант на пульт. Обратно встали пока. Вперед выбежали лучики. Не пересекаемся. А как у нас, блять, сейчас на... сдохнешь там, Анфрой. А как у нас, блять, на танка луч кинулся? Это танк? Да. Ну тогда выживай там, хильте его. Я думал, на Анфрой. Нет, он на танка кинул луч, что за приколы, блять? Такого не должно быть. А походу кто-то агрос сорвал, блять. Нет, сейчас 70% только у бегемошки. Вот это можно записать видео, отослать админам, дадут бонусы. Кому не лень? У меня уже спешится, у меня этот... О, огнестойкий сорвал. Огнестойкий, затаунти, пожалуйста, вечная зима. Беги, затаунти. Зима, зима. Я все прожал. Так ты выбеги, выбеги. Блядь. Это хуй, потому что это у тебя магия. Из лужи выйди, говорю же, лужи кидает сало. Все, все налево. Прохильте, прохильте, не бегайте по лужам. Прохильте. Не бейте вообще ничем. Около портала встали. Заберите синий кто-нибудь там. Анфрой, заберешь синий. Ну или тяночка. Ладно, бог с ним, сам забрал. Ну, вообще я зеленый забираю. 10 секунд. Шаманы, где тотемы? Хоть один шаман есть с тотемами? Спасибо. Просто бегают без тотемов. Я купаю образ. О, можете бить. Геру там? Геру, да. Блять, что-то у меня, конечно, день сегодня был вообще пиздец. И нахуй не могу даже, блядь, нормально прокат сдать, блядь, на ДК. По местам бегите. Собери таунтом, босс. Зима, ЛП и таунты. Тяночка, нажми пронизывающий ветер. Встали по местам. Ох, как стоим, Афрой. Ладно, чтоб стоять. Разбегитесь. А у нас БР, да, был? Да сплыл. ДЦ, иди... Похиливай с чувачков этих. Тяночка, сама хилься. 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 Только не в огне. Ну хилься, хилься. Да хилилась я. Ага. Выходила, сало вешала, как я... Отбежали назад. Угу. Ваня, ты под микроскопом, да, забираешь? Угу. Хан, забери Анфрой. Красную. Хан, забери красную. Ну или Анфрой. Анфрой профитней. Ой, красный, блядь, синий. Ну да, он как бы синий. Не бейте особо.
Ты пета можешь бить, Хант. Смотри, чтобы там только не отражался. Воздействие еще 5 секунд. Нет, пет, когда бьет, он тебя не ебашит. А я вот на Сирусе играю. Поэтому не доверяешь, да? Вообще никому. Лупите вы со всей дури. Стеночка, дай себе Геру и бей. Готовься по местам. Анфрой, стопни, сейчас сорви. По местам встали. По дороге дайте баф по тяночке. Каски нету, хотя бриста баф лапку там. Зима, только ловить тяночка. Не надо поворачивать. Выбежали вперед сразу. Анфроя хиль там. Тяночка самая. Анфроя, блядь, Не знаю, я, блядь, чуть протанчу, но мне пизда будет нахуй. А что такое? Сдох, что ли? Да. Ну, пытайся. Ну, как бы живу, блядь. На касте дашь зубы ему? У меня зеленки только нет, блядь. 10 секунд еще. Готов. Давай зубы. Ваншот. 70 тысяч. Зубы не спасли бы. Зеленки не было, блядь. Живые. Одна секунда фаза. Анфрой, забери там портал, попробуй. Под микроскопом забери, пожалуйста, Хант. Беги под это. Или тяночку забери. Но похилься. Не бейте. Взяли порталы. Анфрой чуть-чуть не дожил. Игорь, а ты как помер-то? Я не знаю, я там встал, он мне один раз что-то ебанул. Информация. Дыхание 64 тысячи, оверкиллом 570. Не дохилил. Ли. Нет, это ваншот. Он его 100% был. По дефу. Поэтому обычно у нас хилит шаман, блядь, а я стою хилю танк. Ну, ему бы сапрот какой-нибудь выпить. Я выпил. Зима, сапрот. У тебя есть сапрот? Да, я выпил сапрот. Мало что сапрот вообще. Был бы ты нормальным анхоликом, допустим. Ну, дали бы нормальным фоликом, которого только подняли. Тут дело-то чуть-чуть не в этом. Получается, смотри, Сань, меня откидывают. Я прожимаю зеленку, я лутаю портал, меня опять откидывает. И меня своими откидывает. Я не могу. Когда ты откидываешься, это пофигу. Там угроза не набирается ни у кого вот, там. Смотри, теперь меня откинуло полностью, получается. Он добежал до меня, до стола. Я начал поворачивать, повернул от вас, чтобы вас... Я не смог его вытащить из-за книжек. Тебе не надо его вытаскивать. Ты вот как поставил его, так и стоит. Он вообще не двигается. Ну вот, и вот в этих книжках меня, получается, он один раз... Нет, тебя просто ваншотнуло. У тебя было 100% здоровья, и тебя убило. У тебя оверхиллом было 570 хп. Если бы Анфрой крикнул крик на хп, скорее всего, ты бы выжил. Анфрой, ты кричишь на хп? Ну вот, надо кричать сейчас. У него не хватает хпшечек. И почему не работает портал вот сюда? Вот что за дело? Потому что мы босса не убили еще, Сань, ты чё? Ну отсюда-то работает. Ну, работает, да, но сюда нет. Это же Сирус, блядь. Это какой-то без трусов вот этот вот самый. Не, вы не думайте, Саня у нас не будет рылить молча. У него нахуй нервов не хватит, а мне, блядь, не хватает нервов рылить гнева. Я не могу, блядь, объяснять элементарные вещи, просто мне прям реально раз...